Перед нами Toyota Prius. Данный автомобиль с американского рынка. Здесь мы адаптировали полностью климат. Климат у нас теперь отображается в Цельсиях, и наружная температура тоже. Все регулировки, все полностью работают. Как можно наблюдать, все меню полностью на русском языке. Соответственно, расход топлива учитывается в литрах на 100 километров. Также можно теперь подключить телефон без всяких особых знаний английского языка. Дисплей теперь полностью можно регулировать, контраст, яркость и другое. Настройка экрана. Как удобнее, такой и переключите. Так, соответственно, работу выполняла компания Xanavi.ru, Санкт-Петербург. Спасибо за внимание.